для принятия решения нет, кто за то, чтобы начать заседание. Единогласно. Значит, присутствующие у нас сегодня среди приглашенных Александр Сергеевич Красовский, глава управы для отчета, Наталья Николаевна Шандриана, главный врач, тоже для отчета, соответственно, Евгений Борисович Петухов, помощник депутата Мосгордумы Сергея Вашеверева, и, как всегда, средства массовой информации. Ну, начинаем, да? Значит, первый вопрос об отчете главы управы на Горном районе о результатах деятельности управления района в 2016 году. Я хочу поговорить это буквально в одном слове. Значит, вопросы у нас собирались заранее. Мы на сайте вывешивали, соответственно, наши предложения о том, что депутаты носили вопрос. Ну, собственно говоря, вот то, что вам поступило, то оно у вас, да?